Так, это я, такая утренняя, без макияжа, все запросто здесь. Внизу казино, а на верхнем этаже все кухни народов мира. Итальянская, китайская, японская, американская, ну, в общем, все, что хочешь. Все, приятного мне аппетита. Приятного нам аппетита. Завтракаем пиццей, муж пошел еще себе что-то искать мясное, ему работать до вечера. А пиццу можно сделать по собственному заказу, то есть просто показывая, что хочешь, какие ингредиенты. У меня здесь ананас, оливки, голубой сыр, перец красный, еще какой-то сыр, какая-то трава. Что мне нравится, можно прийти хоть в пижаме, никто даже этого не заметит. Абсолютно все по-простому. Очень приятное, кстати, обслуживание. Улыбаются девочки. Взяла какую-то гадость, которую я пить не буду. Муж себе взял креветки с мясом. Первый раз такое вижу. Плотный завтрак, надо сказать. Водичка бесплатно. Это я не буду пить. Вот сладкая водичка. Так, мы вчера уже открывали, сидели в японском ресторане, вернее, вьетнамском. Вьетнамско-китайский. Вьетнамо-китайский. Сейчас мы посмотрим. Your dream will become reality. Твои мечты. Мечты попадут в реальность. Ух ты! Называется Valet Parking. Сюда приезжаешь, машину оставляешь, выходит человек, забирает твою машину и гонит на паркинг, а ты идешь сразу в свой номер. Или проблем с багажом нет, да? Нет, за тебя все разгрузят и в номер принесут. За это только нужно заплатить. Дать чаевые $1. Все битком забито, видишь? А машины крутые. Стоят. И что ты сегодня видел? Лимузин подъезжал? Лимузин приезжал большущий, да. Вот хочу показать, как происходит погрузка тут. То есть люди вообще не озабочены перетаскиванием багажа. То же самое происходит и в аэропорту. Там дежурят специальные службы, которые помогают инвалидам, которые перевозят все эти вещи. Например, если едет мама с ребенком, даже если она с собой перевозит целый шкаф, ей помогут погрузить. То есть проблемы с тасканием сумок вообще не существует. Хочу показать, как американцы путешествуют. Собака. Скорее. Встань возле меня, ко мне. А вот монахиня приехала поиграть. Прикол. Не все так безоблачно. Муж пока пошел носить пиццу. Расскажу, что вчера сидели здесь, курили. И подошла бомжиха, наверное, какая-то бездомная, молодая женщина. Стала ковыряться в этой мусорке. Вот там вот такие угли для окурков. Стала ковыряться, искать там тоже еду. В общем, это был ужас. Мы пересели, потом она перешла к другой мусорке. А просто хочу сказать, что не понимаю, откуда берутся бездомные молодые люди с руками, ногами. Зная английский язык, можно заработать. В Америке есть куча возможностей, я не знаю, начиная с мытья посуды. Там, кстати, оттуда выходят девочки, китаянки, видимо, это обслуживающий персонал. Тоже сидят здесь на лавочке, курят. И как-то прожить более-менее достойно можно на эти деньги. Но люди предпочитают почему-то бомжевать, ковыряться вот в мусорках. Это, конечно, отвратительно.
Также в связи с этим, из-за огромного количества бездомных из Калифорнии за последние годы выехало 800 тысяч американцев. Это, представьте, какая цифра. Ну, плюс, конечно, подорожание, дорогое жилье, дорогие продукты, видимо, и люди едут оттуда. Более комфортные штаты. Муж рассказывал, что в Калифорнии на берегу сидят эти бездомные со своими какими-то там тележками, воруют тележки из магазинов, нагружают туда свой мотлок, ездят с ним везде по городу, либо сидят на пляже и ждут, пока люди там что-то перекусят, позагорают, потом ходят, все это подбирают, объедки, сигареты, какие-то напитки, если пооставались. Ужас, никогда это не пойму, то есть может случиться все что угодно, тьфу-тьфу-тьфу, любая беда, но если человек жив-здоров и не найти в Америке работу, ходить вот так вот, подбирать объедки, упасть на самое дно, не понимаю, причем власти относятся к этому с терпимостью и не прогоняют их, то есть у них сохраняются такие же права американцев, как и у всех остальных. Ну, думаю, это проблема, которую нужно было бы решать. Кстати, у нас в штате, в Мэриленде, тоже существует проблема бездомных. Выйти просто так покурить невозможно, обязательно подойдет какой-то парень, причем молодой парень, не стесняясь, просит дать ему сигаретку, либо докурить вообще. Я сначала раздавала сигареты, как бы, а потом решила, что не стоит это делать. Сколько прошло времени со встречи президента Трампа с Путиным, Америка до сих пор об этом рассуждает. Это новости Washington Week, неделя Вашингтона. Вот они собрались и все говорят, и говорят, и говорят. Тема встречи не входит, не сходит с уст.